Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Зомби Война. Так, давайте-ка посмотрим, что у меня тут есть. К сожалению, ничего нету. Через 2,5 часа только будут бонусы. Ладно, 83-ю миссию я не хочу. А у нас что, больше здесь ничего нету? Да, ребята, получается, что так. Это очень прискорбно, если честно. Ладно, давайте что-нибудь тогда продадим, наверное. У нас с вами очень мало денег, они мне нужны. И я думаю, что это будут щетки. У нас их 3 штуки. Одну можно продать. Так, 741 золотая монета. Ну, в принципе, и достаточно на этом. Хотелось бы, конечно, купить сундук, но не буду. Так, ладно, тогда нам здесь, получается, делать нечего. Давайте перейдем с вами на другой уровень и глянем здесь. Испытание 2. Невозможно, ребят. Ладно, давайте тогда, наверное, миссия 93. Попробуем пройти на 3 звезды. Получится, нет, я не знаю, но будем рисковать. Так, ну что, у нас здесь, ребята, я смотрю, солдаты идут. Они, в принципе, у нас ватные. Единственный их плюс — это они все время воскрешаются. Ладно, граната полетела, короче. Бум, отлично. У нас с вами... О-о-о-о, горите. Отлично. Хорошо, что я попал гранатой в эту кучу. Мы получили с вами много ярости. И я успел использовать коктейль Молотова на эту толпучку. Иначе бы фиг нам, а не 3 звезды. Так, давайте еще одного гренадира. Сейчас он кинет гранату. О-о-о, вот как раз в эту толпу и надо бросать. Все получилось как нельзя хорошо, ребят. Так, бомбим, бомбим их. Блин, черт подери. Разбирает потихоньку нас. Так, давайте гранату на всякий случай бросим и будем жечь их тут. О, соточка набралась у меня ярости. Сейчас будем их обстреливать. Все отлично. Ребят, осталось немножко там хп у баррикады. Сейчас, я думаю, мы уже пробьем. И 3 звезды. Да, ребята, 3 звезды нам обеспечено. Ну что же, получается, что 93-я миссия будет у нас теперь позади. Она выполнена полностью, трогать мы ее больше не будем. А мы с вами переходим к следующей. Ох, ты еще карта откроется, нет? Нет, к сожалению, не открылась. И будем с вами 95-я, поехали. Тоже нам нужно пройти, ребят, на 3 звезды. Так, тут у нас бегунцы, это очень-очень плохо. Давайте шокера вызвать. Как говорится, на перехват. Тут у нас зомбари, смотрите, с поясами взрывными. Это очень и очень плохо. Значит, нам нужен гренадир. И как можно скорее. Ну что ж ты так долго у меня копишься? А эти гаденыши подходят потихоньку к моему автобусу. Так и хотят его накумарить. Черт подери, вот видите. Вот это большой недостаток. Жалко, здесь нет юнита, который был бы сопротивляем к взрывам. Это было бы вообще шикарно. Оу, тут у нас елки-палки, камикадзе. Черт подери, вот это плохо, ребята. Это очень и очень плохо. Блин, давай, гренадир, перехватывай этого говнюца маленького. Давай, лови. Отлично. Так, этого бомбим. Давай гранату бросим еще заодно. Черт. Не так, конечно, я хотел. Ну ладно, главное, что земля там горит. И сгорел у меня гренадир. Ладно, так, храбрость есть. Пожарник выбегает. Вот они, ребята, выходят. Ну, блин, коктейль Молотова, давай. Сгорите, сволочи. Даже пикнуть не успели, как мы их сожгли. И это надо делать, ребята, периодически, потому что они будут постоянно появляться. Да, от бутылки до бутылки будем жить. Ну что, Кэп, давай бомби тут. Все шикарно, храбрость. Естественно, гренадира вызываем. Так, пожарника следом. Граната пошла. И что же, ребята, надо вот этих вот двух гнилоруких нам с вами подбить. И как можно быстрее. Камикадзе, да? Да-да-да, слышал я, как они там зажужжали. Так, храбрость. Ну что, давай гренадира тогда. Черт подери, а, ну все очень плохо. Зажимают, не дают даже ни малейшего прослабления. Так, опять храбрость. Давайте, наверное, пожарника с вами вызовем. Слушайте, и Кэпа еще одного, чтобы у нас, как говорится, баф был постоянный практически. Так, у меня есть пулеметчик, ребят. И, возможно, придется им воспользоваться. Все, отлично. Мы сделали свое грязное дело и теперь уже пробиваем баррикаду. Ну куда ты лезешь, а? Вот куда ты лезешь, блин, зомбарь?
Ой, а вот это плохо, ребята. Давайте хэпы. Шикарно, вы молодцы. Справились с основной своей задачей. Не подпустили его к нам. Молодцы. И у меня, смотрите, гренадир. Да, только один гренадир и пробивает баррикаду. Ну, а теперь тут целая толпа. Все, ребята, я нас поздравляю. Мы прошли. Еще и получили бонус. 95-ю миссию на отлично. 3 звезды у нас в кармане. Ну, а мы с вами продолжаем проходить. И будем сейчас определяться с новым местом, которое будем проходить. Так, ну что бы нам выбрать-то? Я даже и не знаю. Ну что, ребята, 96-я миссия. Нам нужно ее пройти на 3 звезды. Будем стараться, кровь из носа. Это уже у меня фиг знает какая попытка. Но тем не менее, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Так, шокер пошел. И вся эта армада, как видите, ломанулась. Давай, гренадир, сейчас будем с тобой метать бомбы эти. Черт, сейчас взорвется он у меня. Да, не вдвоем тут. Черт подери. Ладно, пожарник пошел. Так, они через огонь пробежали? Да, ребята, они горят, это хорошо. Хе-хе, в принципе, довольно неплохо у нас получилось. Вот единственное, что вот эти вот полицейские меня нервируют. Кстати, да, ребята, кто там писал в комментариях, что полицейский с дробовиком лучший? Он может быть и лучше. Оу, не-не-не-не-не-не-не, нет, красавица, куда ты бежишь? Он может быть и лучше, как вы говорите, но он очень сыкливый. Он прежде чем стрельнет, ну-ка, шикарно все вышло, будет трястись и, как говорится, дудонить в штаны, блин. От него толку очень мало, я не знаю, может быть, кому-то, конечно, он очень хорошо помогал, но я пока в нем никакого, так сказать, преимущества не увидел. Что ж, смотрите, все довольно хорошо, ребят, мы пробиваем баррикаду, и я даже как-то, знаете, не напрягаясь, прошел эту 96-ю миссию, а до этого я там над ней пыхтел, и так, и сяк, и никак не получилось. Ну, как знаете, тут постоянно идет рандомно все, рандомно выходят зомбари. Поэтому, видимо, мне в этот раз повезло, и я все успел сделать как надо. Ну что ж, продолжаем тогда. Так, ребят, надо определяться. Давайте, наверное, 99-ю миссию. Нет, гляну состав, ребята. Нет, состав все нормально. Так что давайте все-таки ее и будем проходить. Ух, так, тут уже про 3 звезды я молчу, ребята. Главное нам ее пройти. Вот эти вот уроды меня очень сильно бесят. Надеюсь, у нас все получится. Это телекинезчики хреновые. Блин, плюс смертники. И здесь у нас бегут бегунцы. Ладно, еще раз повторюсь, нам главное пройти эту миссию. Черт подери, ну какого лешего? Надо сжечь тогда их, ребят. Хотя, зря я, конечно, использовал коктейль Молотова. Гренадир справился в одно лицо. Граната пошла. Черт подери, не туда, куда надо. Она пошла, конечно. Так, этих надо сносить тут к чертовой бабушке. Да, жалко, конечно, шокер, он сейчас у меня погибнет. Это однозначно. И будет еще один дополнительный зомбарь. Так, ну кэп, вы знаете, для чего здесь мне нужен. Он единственный, кто стреляет вдаль. А эти телепаты у нас, они вдалеке, они не подпустят к себе близко. И еще они имеют сопротивляемость к огню. Так что, ребята, только кэп здесь нам и поможет, в принципе. Это единственный огнестрел. Ну и гренадир, конечно же, со своей гранатой. Это однозначно тоже. Так, видите, они, гады, не дают даже подойти, блин. Так, 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 так. А, кэп выжил, хорошо, отлично, ребята. Мы под бафом, идем далее. Так, все, пока удачно. Черт подери, мне пришлось, ребята, это сделать, потому что иначе бы я просто дальше не продвинулся бы. Пулеметчика потратил, да? Ну а куда без этого-то? Так, сейчас я брошу гранату на опережение. Ага, как раз то, что надо. Блин, они пробились. Они пошли по другому пути немножко. Черт, и там все взорвались. Охренеть. Ладно, шокера я пока не буду вызывать. Я его поддержу, ребята. Так, давай, кэп, простреливай этих уродцев. Так, бутылочка у меня, коктейль Молотова есть. Давайте еще генератор один поставим на всякий случай. Так, гранатку, чтобы там горело все. Ну, неужели, ребята, мы с вами пройдем эту миссию, а? Есть, да, ребят, поздравляю нас. Все прошло как нельзя хорошо. И получили еще бонус, какие-то консервы. Но это, по-моему, +2. Очень даже хороший такой, скажем, бонус. Нам он в дальнейшем пригодится для апанья наших юнитов.
Ну что ж, давайте тогда дальше определяться. Ух ты, еще и карту здесь открыли. Вообще шикарно. Очки идут. Так, ребята, блин, давайте переиграем. Я не могу, блин, меня нервирует просто уже, а. Еще раз повторю, что здесь нам надо эту миссию пройти. Про три звезды я вообще молчу. Блин, та же самая песня, как вы можете видеть. Хрен с ним, давайте попробуем. Черт подери, неужели завалят, а? Слушайте, нет, пока выдержали мы первую волну. Блин, удачно полетела граната от гренадира. Довольно все хорошо. Но, как видите, тут шахиды эти, блин, дали джазу нам. Да, блин, довали ты этого телекинеза, елки-палки. А, пожарник, махни хорошенько. Нет, не дают, не подпускает просто. Все, отлично. Так, ну и куда вы там разогнались, а? Черт подери, давай, шокер. Мне пришлось его вызвать, чтобы хоть как-то наш автобус защитить. И опять там эта волна идет. Ё-моё, два телекинеза, два гнилоруких, плюс бегуны. Но бегунов мы сожгем, это однозначно. Все, готовы они. Так, два шокера у меня работают за всех, грубо говоря. Да, это лишние зомби, как вы знаете, в ихнюю копилочку. Так, я не помню, там что, в машине бонус есть, что ли? Походу дела, да, но сейчас мне как-то не до него, ребята. Блин, да что ты будешь делать, а? Все, по-моему, здесь я, ребята, опять проиграл. Нифига у меня не получается. Мне бы сейчас пулеметчика бы. Вот это было бы хорошо. Но коктейль Молотова пришлось использовать. Просто других вариантов я не вижу. И у нас вроде бы и толпа-то большая, да? Но подойти мы не можем, потому что они отталкивают нас. Так, храбрость. Давай, Кэп, еще один выходи. Черт, я только хотел кинуть гранату, блин, они замочили. Не-не-не, ребят, слишком плотно идут говнюки. Так, еще одни консервы мы получили с вами. Вся надежда сейчас у нас, знаете, на кого? На гренадира, если он сейчас... Оу, пулеметчик есть у меня, ребята. Так, это хорошо. Но давайте вот так вот сделаем, подожгем. Так, что они тут сейчас задумали? На, получи, блин. Все, ребята, здесь остался только один. Нет, никого тут уже не осталось. Быстренько бежим к воротам, точнее к баррикаде, и уничтожаем ее к ядрене фени. Я больше чем уверен, сейчас еще побегут. Но мы, как видите, гранаты напередок бросили. И... Да, ребят, мы проходим 102-ю миссию. Да, хреновенько прошли, но все-таки прошли, и это хорошо. Ну, а на этом, ребят, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и удачи вам.